Юлиана. Я хочу сначала поделиться со всеми своей радостью. Наконец-то состоялось свидание с сыном. Только на 5-й месяц мне разрешили поговорить с сыном. И я, зная, через что он прошел, я не был уверен, что увижу того же самого человека. Но это оказалось совсем не так. Юлик такой же добрый, внимательный. Для него всегда на первом месте была забота о других, о родителях, о друзьях, знакомых, совсем незнакомых людях, о животных, об экологии. Я немножко увлекся по теме митинга. По окончании спектакля театра «Док. Пытки» было предложение написать на прямую линию Путину. И я, хотя мне это очень претило, все-таки написал: «Уважаемый Владимир Владимирович, мы, граждане России, очень обеспокоены своей безопасностью. Мы не уверены, что защищены от террористических атак. Этим должны заниматься службы ФСБ. Вместо этого ФСБ хватают молодых людей, публикуют дела, занимаются пытками, занимаются всем, только не защитой граждан». Ну и далее конкретно случай с моим сыном. Но я думаю, что нам не стоит бояться ИГИЛ, запрещенной в России организации. У нас есть своя организация, ФСБ, разрешенная в России. Но я надеюсь, что когда-нибудь, сказав ФСБ, мы сможем добавить запрещенная в России организация. Я благодарю всех, кто пришел, все, кто не боится говорить правду. И я очень надеюсь, что я еще увижу своего сына свободным, а мой сын увидит свободную Россию. Спасибо.